запустим, ребята, кентуху на проводе. И прямо сегодня покажу мои самые первые аккаунты. Потому что многие из нас не знают, что у меня есть аккаунт, которому уже более 5 лет. Прямо сегодня я зайду на все мои самые старые, самые первые аккаунты. И мы посмотрим, какие же скины там остались. Ну а вы, мои уважаемые бабежочки, прожмите прямо сейчас огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! Ну что же, и только что мы зашли на мой самый старый аккаунт. ID начинается на двоечку. Это, ребят, 321. ID на двоечку. Это просто очень старый древний аккаунт. Именно с этого аккаунта я начинал мою карьеру стендофера на ютубе. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас по статистике. Ну, ребята, как мы видим, все по нулям, потому что я на этом аккаунте не был очень, еще раз, очень-очень давно. Третий сезон, все по нулям. Второй сезон, все по нулям. Первый сезон. И только в первом сезоне у меня было звание Феникс. Да, КШКД не самое лучшее, но тем не менее, ребята, обратите внимание, это мой самый первый аккаунт в мире, в истории человечества, в истории стендов, в истории динозавров, ну вы поняли. В союзниках, ну ясен пень, все по нулям. Но, ребята, ну не было еще союзников, когда играл в стендов, понимаете, да? Общая статистика 1.06, история матчей, посмотрите, все пусто, потому что, ребята, меня на этом аккаунте не было очень-очень давно. И знаете, что мне интересно посмотреть? Мне интересно посмотреть то, что я до сих пор лидер в клане Киборги. Тик-так, братик. Дальше, ребята, давайте посмотрим личное сообщение, потому что я на аккаунте не был, ну не знаю, 5 лет. Что же мне туда пишут? Давайте проверять. Так, ля, меня человек в лобби приглашает. Вы серьезно? Ты меня приглашаешь в лобби? Вот, смотрите, 17 сентября, ну относительно недавно, пишет: дай голды, пиши, меня обманули. Про этот аккаунт еще кто-то помнит, не может быть, ребята. Меня даже не так в лобби приглашение, ну посмотри, ну вы совесть-то имеете, ребята, ё-моё. Можно, пожалуйста, аккаунт с донатом, за сколько купишь? Максимальная цена 100 тысяч рублей. Чего? Брат, я твой аккаунт 100 тысяч рублей не куплю. Ну что же, ребята, давайте прямо сейчас мы посмотрим мой инвентарь. Я говорю сразу, инвентарь тут самый обычный, то есть тут нет ничего супер крутого. Но просто мне реально тяжело в это поверить, то, что этому всему аккаунту, ребята, более 5 лет. То есть 5 лет назад я считал, что все эти скины нереально дорогие, нереально крутые, и я ими гордился. Сейчас почины, ну это же смешно. Вы что... О, смотри, какие наклейки. Обалдеть, Девилиш. Ого, если бы я знал тогда, я бы, наверное, эти наклейки не клеил. Потому что каждый из этих наклеек стоит по 18к голды. Ничего себе, ребят. Слушайте, а мне интересно посмотреть, какие были цены на рынке. Давайте, ну и что же, если вы готовы, ребята, посмотрите, какие же цены были раньше. Я просто не верю. G22 NES стоило 200 голды. А сколько сейчас стоит G22 NES? Наверное, очень дорого. А, 367. Чего? G22 NES подорожал за 3 или 4 года всего лишь на 160 голды. Это что за ерунда? Ё-моё, G22 NES, ну он подорожал, приказ. О, АКР Карбон раньше стоил 3,59 голды. Сколько он стоит сейчас, как думаете? А ну-ка, 5,46. Не, ну АКР Карбон подорожал нормально, потому что это рарка. Ну как подорожал, блин, G22 NES, я просто в шоках. Так, смотрим. О, Легаси, 7 косарей. 7 косарей стоило Легаси, вы чё, серьезно? Сейчас она стоит 2700, обалдеть, ха-ха, я просто в шоках. Поэтому, ребята, мой вам совет, не покупайте Легаси, потому что через время она будет стоить еще дешевле. Я просто не верю моим глазам. АКР-12 Railgun стоил 29 голды, вы знаете, сколько он сейчас стоит? Он сейчас стоит 410, он подорожал буквально в 13 раз, в 13 раз, ребята. Вот это, я понимаю, подорожание, если бы была машина времени, я бы переместил свое прошлое и накупил бы этих АКР-12 Railgun штук так 700, наверное. Ну что же, леди и джентльмены, в принципе, на том аккаунте мы все интересно вам показали. Теперь давайте посмотрим на мой аккаунт номер 2. Ну а вот на этом аккаунте я примерно не был 2 года. Обрати внимание на айдишечку. Айди начинается на пятерочку. Ну что же, давайте смотреть все по порядку. Первое, что я вижу, ребята, 4 сезон по нулям. Ну ясен пень, потому что я не играл в 4 сезоне. Брейн, 300 лиги мув. В 3 сезоне тоже все по нулям. А когда я играл вообще? А, во 2 сезоне. Во 2 сезоне я уже играл и получил даже звание рейнджер. Звание рейнджер, это, ребята, ничего себе, сказал я себе. И в сезоне номер 1 я вообще был элитой. Прикиньте, ну сколько же это старый аккаунт. Дальше союзники. В союзниках, ну ясен пень. Ну, ребят, ну по нулям, ну ничего нету. И в общей статистике у меня КД 3.39. Потому что, ребята, киберспирт не пропьешь. 3.39 КД. Кто написал, что кенда покану? А, давай дуэль 1-1, пойдем-ка. 1100 часов. История матчей. Давайте просто посмотрим, как я играл на этом аккаунте, ребят. Вы готовы, да?
в одну КД. Ну, ребят, ну неплохо. В принципе, неплохо. Ну, так сказать, для размельчики неплохо. По-любому, это была первая размельчина каточка. Тут, ребята, 6 КД. Ну, что вы скажете, а? Илон Макс, что ты скажешь на вот это 6 КД? Оу-оу-оу-оу-оу. Ну, а прямо сейчас самое интересное. Это личное сообщение. Что же мне там пишут-то? А? Привет. Я знаю, что ты не ответишь, братан. Угадал, угадал. Кент Годуэль пиши. Кент, я тебе смотрю, дай 10 голды, мне нет голды. Братан, заработай 10 голды, ну ё-моё. Я твой подписчик Годуэль, смотрю, у тебя 2 год. Хорошо, брат, я понял, подумаем. Ну что же, прямо сейчас я перехожу в инвентарь. Если вы, ребята, готовы, с вас лайкусик, подписочка и хэштег в комментариях, поехали. Ну что же, опа, ой-ой-ой-ой-ой. Райл кесечки! А сколько они сейчас стоят, как вы думаете? Они стоят 159 голды! Слушайте, а сколько это мы заработали-то? О-о-о-о! Просто давайте считать. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60... 5 minutes later. Ну, если вкратце, я устал примерно штук 200. То есть, если я прямо сейчас 200 кесечков продам по 150 голды, сколько я заработаю? А ну посчитали бы вам в комментариях, ребята, я что на математике похож, 2 за 2 равно 5. Кто посчитает правильно в комментариях, тот получит от меня приз. Ну что же, а мы идем смотреть дальше, что же у меня еще есть в инвентаре, кроме Райвел кисечков. А, кстати, да, 3200 голды, неплохо. Давайте даже парочку откроем, ребят, немножко похулиганим. Ну а че бы нет, могу себе позволить. Хэштег богатая жизнь, хэштег богатый ютубер, хэштег MC3 Grand Prix, не выпадай! Ладно, окей, понял, принял, давайте по пыточке номер 2, ребят, ну, говорится, одни больше, одни меньше, туда-сюда, обратно, и там много-много голдишки. И мне выпал Desert Eagle Dragon Glass, даже не статрек. Ладно, мы поняли, сегодня не мой день. Давайте в самый-самый низ, мне интересно посмотреть, что же у меня есть еще, потому что у меня 733 предмета, это очень много, и я уверен, что парочка ножичка у меня тут точно завалялась. Давайте листать, опа, опа, пахлый черпак, да ты шо? 1300 голдишки, обалдеть, я богат, рейбовские паки, вы посмотрите, насколько же их много, я даже помню, когда я покупал, я думал, что рейбовские паки выйдут на рынок, и я их закупилось очень-очень много, посмотрите, сколько у меня рейбовских паков, обалденимус, давайте, знаете что, даже однушечку откроем, ну а мало ли вдруг, знаете, типа, зашел на канал впервые за 2 года, и сейчас повезет, выпадет что-то дорогое, нет, ладно, окей, понял, принял, давайте обратно, ребята, вниз, что же мы еще интересное тут найдем. Пока что только ремонтские паки, но они нас не интересуют, ребята, мы по девочке. Ха! О, Rival Box! Обалдеть! За, можно мне его открыть. Дальше, 5-стенный новый, 8-аркада, ну такой легендарочки есть, очень хорошо. Но пока что ничего сверхдорогого, супердорогого я не вижу. Анкамонки, камонки, ну это я понимаю. Где арканочки? Мне интересно только... О-о-о-о! Джекпот! Ребята, я сорвал джекпот! Обалдеть! Что? Я богат, мама, я богат! Блин, ребята, сколько из Сатфурис кисечки, как думаете? 374 голдишки, что? Как же это дорого! Дальше смотрим на эти чарм-паки! Блин, ребята, у меня их тоже очень много. Я не знаю, может, один откроем. Ладно, ребят, если вы еще прожмете много-много лайков. А вы по-любому прожмете много-много лайков. Я готов это сделать. Ну что, пацаны, погнали! Погнали! Опа! Опа! Давай, паучок, 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 паучок! Блин, это, блин, вот так и знал. Ну, ой, это команда Флора у меня есть даже. Вы серьезно? Он стоит 2 костря голдишки. Обалдеть. Акэр Дрэгон. Статрек Некромансер. М16 Винджа. 2 штуки. Вау, они же стоят по 400 голды. Обалдеть, так это еще нормальный аккаунт, ребята. Посмотрите просто на этот MP7 for Years с наклейкой Хэллоуин. Не, слушайте, я-то думал, что аккаунт вообще уже, ребят, потерянный. Ну а прямо сейчас я захожу на аккаунт, на котором я не был всего лишь 1,5 года. И мне очень интересно посмотреть, что же у меня есть на этом аккаунте. Что же осталось, что же изменилось. Потому что лично я ничего не помню. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот это, ребята, уже очень интересненько. Первое, что я вижу, это то, что аккаунт начинается на ID12. Это мы все поняли, приняли и так далее. Дальше смотрим статистику, 3-й сезон. Чё, я даже калибровку не прошел. Ну, во втором сезоне по нулям, в первом сезоне тоже, естественно, все по нулям. Союзнички, тут я по-любому прошел калибровочку. И в 3-м сезоне у меня гол 4. А что так мало-то, я что-то не понял. У меня 1,5 кд, чё так мало? И в общей статистике 746 часов. Ну, поверьте мне, за эти 746 часов я себе сделал такой инвентарь. Такой инвентарь!
Ладно, немножко позже посмотрим. Давайте пока что почитаем личное сообщение. О, пишет Софтбан. Мне тебе пишет Перхоть. Кто Перхоть? Привет, Пепа. Кто она пишет, что я Пепа? Отвечаю, вам буду подать одни рарки вонючие. 3, 2, 1. Оу. Да, вы скажете, нет, ПК, что такое нищий? У тебя даже нет нормальных скинов, почему всего так мало? Ребята, подождите, присядьте на секундочку. Потерпите. Опа, Charm Long Run Go. Дальше, ребята, у нас идет очень много разных наклеечек, прилугов, куча-куча всего. Кстати, по секрету скажу, именно на этом аккаунте я снимал бета-тест топ-новый. Только никому. Ну что же, давайте листать дальше вниз. Что? У меня скукари дайвинг пауэр. Это самый красивый танк, и он у меня есть на втором моем аккаунте. Обалдеть! Какая же это сосочка, какая же это малышка. По-любому этот кукарь будет стоить, не знаю, 1005 голды как минимум. Окей, давайте смотреть дальше. У меня есть Desert Eagle Якутия с крутыми дорогущими наклейками. Что? 13 тысяч голды, вы в это верите или нет? Мамочки, я богат. Фомас Юрия, ну тут, ребят, ничего интересного. О, АКРТХ, даже с одной наклейкой Blizzard. Ребята, очень даже неплохо. Ой, это не Blizzard, это Биохазард. Блин, ребята, так я просто нереально богат, обалдеть. Вы просто обратите внимание на мой М4 Lizard. Посмотрите на эти наклейки. И вы хотите сказать, что Кент пока нищий? Вы посмотрите на эти наклейки, ребята, да я же самый богатый человек в мире. Обалдеть. Так, дальше у нас тут обычные арканочки, все по дефолтику, легендарочки, бла-бла-бла, ничего интересного. О, Акер Тайгер, Анка-Монка с арканами? Это вообще как возможно? Где я получил этот скин? Я не понимаю, я не помню, честно, ребята. Вот реально сейчас без шуток. Как? Короче, если вы наберете много лайков и напишите много комментариев с вашим ID, я кому-то из вас подарю эту комонку. Вот я верю, что любой из вас может ее точно себе купить. Вы просто посмотрите, какая же она классная, какая же она дорогая. Вау! Так, дальше что же у нас есть еще? Интересненько. А, в принципе, все. Стоп. А, USP Genesis, нет, ну как я мог забыть, ребят? Ну, честно, знаете, такое ощущение, как будто USP Genesis стоит 3 голды, забыл про него. Это USP Genesis, это самый другой скин в этом инвентаре. Он стоит 27 косарей голды, и притом он не самый простой, не какой-то нубский, да, или какой-то бомжатский. Он с дорогущими наклейками! Поэтому, ребята, я могу его спокойно продать 1000 за 29, наверное, голды. Поэтому я, наверное, так и сделал. 29, раз, два, три. Кому надо, ребята, можете купить. Я буду очень сильно признателен, потому что наклейки тут реально очень крутые. Э, а куда он пропал? Мамочки. А, все, появился, все нормально. Кстати, да, посмотрите на этот Кэр-карбон. Я его тоже могу подарить кому-то из вас. Обязательно подпишитесь на мою телегу, потому что все эти розыгрыши будут проходить именно в ней. Ссылочки на нее есть в описании. Ну что же, мои уважаемые подписчики, с вами был ваш Кентуха. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я сам просто в шагах от того, насколько же я богат. Подпишитесь, проживите лайкусик. Подпишитесь на мою телегу, чтобы получить всю эту халяву. На мой YouTube канал, на мой инстаграмчик. С вами был ваш Кентуха. Всех обнял, приподнял, всем удачи, всем пока.